Вот я приехал в город Комарон, Венгрия. Сейчас поднимаюсь по лестнице вверх. Перейду мост и выйду на ту сторону пути. Другие буду ходить по городу. Отсюда, с этой стороны, я сюда направо поворачиваю. Вот река Дунай как раз. А вон мост. А напротив меня город Комарно, Словакия. Вот сейчас я туда буду направляться. К мосту. Погода нелетная, дождь идет. Вот что-то попить взять, что-то хочется, какая-то напитка. Сейчас еще пойду, есть ли тут или нет. Все, вышел я уже со пределы ЖД вокзала, иду вдоль дороги как раз. На вокзале авто, кроме кофе, ничего не продается. Никакого нету. Хоть бы напиток какой-то, уже кофе напился сегодня, уже достаточно же. Буду идти, может, какой-то магазин увижу. Вот речка Дунай как раз. Вот она отсюда смотрится. А я пока сюда пойду. Буду идти вдоль реки и снимать все вокруг. Тут дорога, машины едут. Надо будет сейчас выехать на мост. Выйти и перейти мост по пешеходке. Я окажусь в Словакии. Напротив меня через берег город Комарно. Словакия. Как раз. Ух. Вот, вышел я уже на мост, который соединяет Венгрию со Словакией. Вот. Перехожу его сейчас как раз. И похожу еще по городу Комарно, с той стороны, словацкой. Изучу его, потом вернусь опять в Комарон,